Привет, друзья. Так, у нас новый день, новые дела. И начну с интересной истории. Так, вот так вот положу, да, здесь вот три телефончика, это iPhone 8. Да, расскажу же историю, что к чему-то почему и такой интересный вообще момент. Вообще, обобщу это сразу тем, что почему на разных, как бы на телефонах одной модели, то есть iPhone 8, разные могут быть оттенки вообще экрана и цвета экрана. То есть вот изначально сразу же давайте посмотрим, это зафиксируем, и там расскажу, с чем вообще связана история. Так, вот три телефона есть у нас. Так, три телефона, все в оригинале? Так, и смотрим, да, что мы делаем. Максимальная яркость, выключаем трутон. Максимальная яркость, выключим трутон. Так, ну и белый фон, вот пусть будет настройки на всех одинаковый. В принципе, да, не раз это обозначал, но здесь вот такая злободневная немножко тема организовалась, поэтому немножко обсудим. И вот характерно, я вижу отсюда, что вот эти два одинаковые, вот этот немножко разница. Вот эти два более такие однородные. Не знаю, видно ли это на камеру? Нет, на камеру посмотрел, как-то не так это заметно. То есть тут о чем идет именно речь, как бы, даже не сама какая-то яркость, а именно такая тональность. Вот эти более такие какие-то розовые, это более синий. Нет, они все три немножко разные. И да, такой момент может быть, и это не раз обозначали, и об этом обсуждали. И это из-за производителя экранов. То есть для Apple экраны выпускают разные компании. На восьмерку я помню только одно название, это, по-моему, Sharp или LG, было такое, да. Но вообще производители, насколько так, в принципе, знаю, три производителя именно экранов для Apple. Ну, это так называемые подрядчики, которые выполняют определенный заказ для компании, там, для производства телефонов. То есть, как не раз обозначал, это Apple, это бренд и технологии запатентованные, а уже вот эти все комплектующие для них делают лучшие производители. То есть Apple сама выбирает по тех заданию того подрядчика, кто сделает максимально это все качественно, удобно, ну и по каким-то, может быть, бизнес-процессам, и, соответственно, они уже делают заказ. Ну да, не знаю еще раз, вот как показать это на камеру, но они прямо все три имеют отличие. Так, и давайте, да, в чем история? То есть такая история немножко тут про наши тоже бизнес-процессы, там про все вот это, про нашу работу. Продали телефончик восьмерку человеку. Так, по-моему, Смоленск, чтобы не ошибиться, да, вам большой привет. Ну и там такая история. Человек берет в руки, а у него iPhone 7. О, кстати, а давайте еще семерку сюда положим. Так, а что далеко ходить? Вот наша семерочка. Так, наша семерочка, и давайте ее, да. У него, значит, iPhone 7. Он распечатывает наш телефончик, его зажигает, сразу же видит какую-то разницу, причем он ее выразил в процентном выражении как 25% отличия. И у него возникает, ну, что называется, такой логичный вопрос: ребята, а что вы мне продали? В принципе, он обратился к нам, как бы имея определенное от нас доверие. И, соответственно, не было у него вопросов. И когда он это дело увидел, то есть у него прямой вопрос возник: а что это такое? Что, почему так, да почему так? Обратился, зашел в какой-то сервис, там ребята подключили компу и говорят, экран заменен. При всем при этом человек имеет, ну, такой довольно-таки подкованный во всем этом деле, обозначает, что есть опционал трутон, то есть он выключил трутон, сравнил со своей семеркой, и у него есть отличие именно в цветовой гамме. В уровне яркости, то есть как он написал, что он синюшный экран, вот это все дело. Ну и как бы тут немножко такое дело. Он, понятно, в расстроенных чувствах, там немножко там погорячился. Мы там, соответственно, понимаем, что происходит, попытались успокоить. Ну и сговорились на том, чтобы он все-таки окончательно не переживал. Поменяем ему телефон. Мне, потому что самому стало интересно, что непосредственно с тем телефоном. То есть мы его возвернем назад, и мы вышлем сейчас, вот заменим батареечку, вышлем новенький. И, соответственно, вот это все дело потом еще продолжим историю. Да, ну и хочу вот сразу, да, сравнить с семеркой. Вот здесь уже краем глаза смотрю. Вот опять же, да, неуместно это сравнивать на самом деле, потому что семерка, ну вот, на мой взгляд, она реально как-то более яркая. Опять же, на камеру. Так, ну вот на камеру я тоже туда-сюда скачу, как этот. Вот это более белый. Мне кажется, что он более белый. Как вот это вот дело доподлинно точно увидеть, камера не может не передавать. Вот здесь, да, вот здесь какой-то он более серый, здесь более белый. Да, ну и там толком человек, как бы, не, вроде бы я ему говорю, ну вы же понимаете, что если там, допустим, да, есть опционал трутона, то экран как минимум оригинал, потому что копия не поддерживает вот эту функцию. Он говорит, да, это мне, говорит, и там это обозначили. Но опять же, вот такой момент. Мне интересно стало, как бы, посмотреть еще раз доподлинно, что там за телефон. Хотя мы, в принципе, вроде изначально все проверяем, и какое-то основание полагать, что там что-то было не то, ну не было на самом деле. Да и у нас вот сейчас где-то 6 телефонов у нас есть в наличии, iPhone 8 в этом цвете, в этой памяти, то есть могли легко поменять просто на другое все, без вот этой лишней канители. Нам она тоже не нужна, потому что мы даем гарантию полноценную ее. Ну, блюдем, что называется, то есть все какие-то, если вопросы возникают, ну, решаем. Да, ну и будет, видимо, продолжение. Сейчас я сделаю замену батареечку. Отправим новый телефончик, ну и там уже, чтобы он был спокоен, тем более так вот доподлинно точно подробно разобрали этот момент. Да, что еще хотел посмотреть, на каком-то из вот этих телефонов, так, вот этот уходит клиенту, сейчас на нем будем менять батарейку, на каком-то из вот этих телефонов была официальная замена дисплея. И вот я хотел показать еще эту одну историю, что может быть там в сервисе люди, может быть, спугнуло их там какое-то красное обозначение, я сейчас покажу в программе. Когда официально меняется экран, там у нас идут такие красные прочерки, что якобы что-то заменено, при всем при том, что весь функционал работает, и кнопка работает, и все работает. А у официалов при замене экрана идет непосредственно целиком навес с кнопкой Home, и она калибруется, так называемо, на уже, ну, на базовое устройство. И это отражено в программе. Так, давайте чекнем, глянем, посмотрим. Так, не знаю, какой из этих, да и тут невооруженным глазом без программы это никак не обозначить, никак не увидеть. Ну, давайте первый, да, подключим. Так, переходим на комп. Так, ну и да, есть у нас, получается, данные телефончики, отчет об устройстве. Ну и да, вот как раз он попался. То есть да, по экрану то, что я вот обозначал. Да, экран, кстати, замененный экран, он не опознается никак. То есть, возможно, людей в сервисе и смутила вот эта вот вещь. То есть, какой бы экран здесь ни стоял, родной, замененный там, либо что-то, это бы не учитывалось в общем рейтинге, и здесь была такая информация. А вот как раз-таки людей может смутить вот это вот. То есть, ну, красное видим, да, и как для быка красная тряпка, ой-ой-ой, что-то не то. А на самом деле, все то, на этом телефоне ранее был официально заменен экран. Он идет, как мы все понимаем, с фронтальной камерой. Это тот навес, который я говорю, он идет на экране. И кнопка Home. Как раз-таки об этом у нас и есть, сигнализирует красная надпись. И здесь всего лишь написано, что отличимая production data, то есть, ну, как бы дата производства получается. То есть на этих элементах, естественно, дата производства, она другая идет, хотя официалы прописывают вот эти вот номера, то есть непосредственно к заводским значениям на телефоне, но вот по дате они могут отличаться, и вот это об этом нам сигнализирует. И общий рейтинг устройства у нас падает, ну, до 65 баллов. Напоминаю, что 98, 100, это как бы все полностью устройство там первородное, неделанное. Когда идут какие-то изменения, ну, вот 98 это окей, это вот опять же из-за экрана, то, что он не считывает его, это с какой-то, ну, с какой-то версии стало. То есть там люди в любом случае не могли определить, что что-то с экраном было, и вот мне почему интересно это посмотреть.
Но в данном случае у нас как есть, то есть заменена фронтальная камера, заменен Touch ID, это непосредственно родная деталь, и была официальная процедура замены экрана. Это полностью окей, вот таким вещам пугаться не стоит, это нужно объективно понимать, ну и оценивать. Так, здесь все в порядке, это показал. Так, ну и да, давайте вот чекнем. А, ну давайте вот на этом устройстве, которое у нас идет в Смоленск, уже владельцу покажем, чтобы полноценно он понимал, о чем вообще идет речь. Ну и я думаю, что вот может быть опять же не видно это на камеру, но вот это вот на белом фоне это отличие видно. Почему на белом? Потому что когда вот у нас, допустим, есть какая-то картинка, естественно, здесь большая такая палитра, и эти различия, они нивелируются. Обычно такая вещь всегда смотрится на белом фоне. Ну, если что-то хочешь увидеть. Хотя, опять же, вот объективно они разные. Так, и смотрим этот, который мы отправляем в Смоленск. Да, здесь заменим батарейку, поставим свеженькую новенькую. И да, отчет, соответственно, вот 98%. Здесь, то есть, вот опять же, есть экран. Кстати, вот производитель Sharp. На том я не помню, какой-то там тоже был. Ну и вот не считывает вот этот вот номер с вот в колоночке считанное значение. То есть есть заводское значение, он его видит, какой был по заводу изначально. И вот это не считывает. Но это на всех телефонах абсолютно. То есть можете воткнуть любой, посмотреть. Может быть, людей в сервисе там смутило вот это. И они, соответственно, человеку так обозначили. Но это абсолютно, не знаю, ну как-то это, не знаю, неправильно. Может там страху нагнали там, либо еще что-то там. Может некомпетентный сотрудник был. Все эти вещи нужно понимать объективно. Так, вот это полностью первородное устройство. Сейчас откроем, заменим батарейку. Американец, кстати. Так, окей, делаем. Так, это два в сторону. Эти вещи у нас продаются в магазинчике, как я обозначил, с нашей гарантией, со всеми делами. За что топим, на чем мы стоим? Ну и да, здесь абсолютно без проблем, то есть там немножко, да, уровень такого непонимания спал, то есть объяснились. Там очень важно, что человек на самом деле тоже обладает информацией, ну и уже я ему объяснил какие-то моменты, он, видимо, сопоставил объективно. Главное это адекватно, объективно сделать, и, соответственно, уже понял, что да, возможно, что-то не то. Но склонились все-таки к такой вещи, что давайте заменим устройство. По большей части все-таки потому, что мне интересно посмотреть будет на тот телефон, что ж там все-таки не так. Так, ну а тут, давайте, значит, что, меняем батарейку. Нет проблем. И да, не знаю, может быть, давайте такое видео сегодня сделаем. Интересно, сегодня вот понедельник, как я говорил, за это время у нас организуется много вообще продаж в нашем магазинчике и всего прочего. Там много работ там на телефоне поменять батарейку, там почистить, привести в порядок. И давайте сегодня, да, такое сделаем. Будем передавать приветы, все вот это делать. И вот в этом плане, я думаю, будет интересно. Сейчас посмотрим географию наших отправлений. А то, что у нас приобретают люди, всем передам приветы. Попрошу в комментах потом вас написать на самом деле. Потому что вот есть такой вот момент, опять же, психологический, когда ты сделал что-то хорошо человеку, ну и как бы хорошо, да, и хорошо, и забылось, и все там. Все как бы оправдали свои ожидания, все нормально. Никто не выразит как-то там. Нет, есть, конечно, большое спасибо, там пишут спасибо, ребята, там все отлично. Но давайте как-то сделаем это более массово. В комментах под видео напишите там, что получили, там очень доволен, все окей, все отлично. Когда есть какая-то такая история, то есть когда, что хотел сказать, когда все хорошо, как бы никто не выражает это ничего, когда плохо, начинают писать. Так, да, друзья, тут что-то все закрутилось, завертелось. Тут вот это не растет, проклейка. Не с той стороны снял, так. Новое. Так, да, убираем синюю и розовую приклеиваем. Так, да, друзья, все по красоте, закрываем. Смоленск отправляем. Да, я сейчас попрошу коллег мне подтаскивать там, что называется, по одному. Будем изучать географию отправлений, передавать приветы, все делать. Да, тут что-то какая-то мысль была, не закончилась она. Ну и вот, в общем, когда все хорошо, никто ничего не излагает. Когда, ну это естественно, да, в принципе, естественный процесс. Когда плохо там начинают писать, либо что-то. В принципе, тут, да, ничего нового, это норма. Это нужно понимать всем сторонам, это объективность, все нормально. Есть еще, конечно, в этой цепочке момент, когда есть непонимание, как с одной, так и с другой стороны, но это уже другая история. Так, все это сейчас бросим в путь дорожку. Надо ускоряться, потому что дел много. Так, ну да, друзья, текущие дела тут опять немножко увели в сторону. Так, продолжаем и делаем то, что хотел. Это, так сказать, приобретение в нашем магазинчике и отправление в разные точки нашей страны. Так, тут сейчас немножко коллеги мне скажут попозже, откуда это что. Я пока начну. Да, и зрителям, постоянным зрителям нашего сериала, телефончик этот знаком. Это новый телефон iPhone XR. Непосредственно был новый. Да, вот в таком вот виде. Новый, прям видите, с коробки запечатанный, но без экрана. Да, экран ранее был снят, оригинальный, поставлен там кому-то, либо продан. Я не помню. Вся внутряночка не активированная осталась у нас. Ну и вот пришел Moment X.
Когда устройство находит нового владельца, и новый владелец изъявил желание сделать себе эксклюзивную вещь, кастомизацию. Насколько хватило фантазии и вообще всего прочего, будем делать интересно. Так, желтый будет корпус снят, будет установлен красный, а с черными кнопками. Да, владелец изначально хотел еще яблочко как бы заменить на черное, но да, здесь как бы, возможно, просто не сориентировался. Здесь не представляется возможным, конечно, его сделать, потому как это относится к стеклянной задней поверхности, оно не отдельно интегрируется, оно здесь просто прокрашено. Да, и будем делать кастомизацию черные кнопки, черный символоток. Тут тоже черное, все с красным будет сочетаться очень круто. И поставим демократичную копию экрана. Так, вот так вот так. Делаем. Так, ну и да, у нас поступили геолокационные данные, куда будет уходить телефончик, и это у нас город Брянск. Да, вам большой привет. Сейчас сделаем круто, на самом деле. Мне даже самому интересно посмотреть, потому что, ну, такую кастомизацию не исполняли. На самом деле, да, прикольно, черный с красным будет сочетаться очень красиво, плюс черный экран сверху. Будет круто, я думаю. Так, ну и да, готов. У нас вверх, и это ключевой момент нашей кастомизации. Блин, с красным вообще классно. Черный с красным — это классика. И здесь кнопочка. Так, все отлично, продолжаем. Итак, друзья, да, корпус у нас закончен по красоте. Ну да, здесь единственное, вот что разъемы от желтого, они как бы цветные на всех XR-ах идут. Но я думаю, что это внутри, как это выглядит, не принципиально. Хотя снаружи, если вот так вот смотреть, приглядываться, там тоже желтенько. Но я не знаю, даже прикольно. Кстати, XR — это самый такой по цветам вообще большой спектр цветов на этом телефоне. И можно, не знаю, всякие кастомные такие штуки делать красивые себе. Не знаю, я бы думал, вот сюда, если синие кнопочки поставить от голубого, было бы вообще очень круто. Так, ну вот, пожалуйста, корпус кого-то поджидает, если кому-то интересно, если с вашим корпусом что-то произошло, можно сделать интересную кастомизацию. Цветную тут вообще такую яркую, красочную. Либо коралловые сюда вставить, тоже будет классно. Ну, светлое что-то такое. Так, здесь сейчас собираем экран. И отправляем. Так, друзья, итак, экранчик подключил. Да, проверить, контрольно проверить. А, и да, важный момент. Нам нужно вытащить из платы данные калибровочки Трутон. Да-да-да. Экрана у нас нет родного, поэтому нужно это сделать. Так, а в сброшенном виде интересно это получится? Наверняка. Так, есть, считались данные. И записываем их в экран. Так, есть, окей. Так, ставим датчики и закрываем. Так, ну у нас все отлично. Телефончик в принципе, можно сказать. Ну как, ну это так и есть, это не валяшка. В первородном виде, в новом цвете, в интересной кастомизации. Закрываем. Ну и да, тут что-то вот как-то не получилось у меня такой динамики, как бы вот так вот, на потоке, да, что называется, передавать приветы, но сейчас ускоримся. Вот эта работа, наверное, самая такая глобальная, сейчас пойдет быстрее, и посмотрим, кто да что откуда. Так, это, напоминаю, у нас отлетает в город Брянск. Последний штрих. Ну да, оцените, как получилось. Я считаю, что очень прикольно. Красный с черным, великолепно. Так, пленочки не буду снимать, оставим как есть. Да, у нас тут полный комплект. Чик, пик, и отправляем, и продолжаем. Так, продолжаем дальше, и у нас приобретение телефончика 8+, отличный вариант, технически полностью исправен, и он у нас отлетает в Хабаровск. Так, вот здесь вот так приложена проклейка, это означает, что мы его скрывали, смотрели внутрянку, и она означает то, что после установки батарейки нужно проклейку установить, это понятно. Так, это знак. Так, батарейку ставим, все попутно посмотрим и отправляем. Да, напоминаю, что наша задача, вот, ну вот есть, да, тут, допустим, вот такое сбитие по корпусу, не критичное, можно сказать, пошорканность. Но основная задача у нас — это проверить техническое состояние устройства, чтобы оно было окей. По экрану тут вообще все по красоте. Ну, видимо, со стеклом пользовались. Так, меняем батарейку, обновляем проклейку и отправляем в Хабаровск. Ну да, вот он был открыт нами ранее для констатации. Ну, может быть, было какого-то рода сомнения, посмотреть, что он окей. Батарейка родная, проклейка тут зачищена, уже только новую нанести, батареечку поставить, и все окей. Да, все отлично. Вообще, в принципе, интересный момент такой, вот подумал, заметил. Тут немножко, да, оценивая фронт работы, как бы понимаю, что все не вывезу, коллеги там делают параллельно. И вот, допустим, 8+, это первая замена батарейки на это устройство. 8+, напомню, там боюсь уже тут ошибиться, какой год. Ну, в общем, 8+, после 8, 10 и, допустим, вот 11. Так вот, 11 уже приходят по сроку замены батарейки, а 8+, тоже так же вот приходит по сроку замены батарейки. То есть, как бы вот такая вещь, которую я обозначал, неоднократно об этом говорил, что чем на ее устройство, тем, получается, меньше на нем срок службы аккумуляторной батареи. То есть, примерно они в одно время подходят.
Ну, кто, допустим, 8 плюсом сновья пользуется и не менял батарейку, он понимает, что ему сейчас только пора. А, и также тот, кто 11 пользуется сновья, не менял батарейку, естественно, но и тоже вот уже срок подходит. Момент, который мы неоднократно обсуждали, и там кто-то говорит, что уровень потребления контента сравнивает это. Ну, разные тут такие теории, так сказать. Ну, в принципе, это все сводится к тому, что потребление не потребление, но современная операционная система, она довольно энергозатратна, и все это в конечном итоге переносится на батарейку. Чаще разряжается, чаще заряжается, вот эти все циклы, и вот в такой совокупности это выходит вот в минус год эксплуатации. Так, ну да, ребята, вот тот момент, который всегда вообще анализирую, держу в голове, ну и пытаюсь излагать, это то, что, да, родная батарейка 8+, конец 17-го года, ну, получается, да, ноябрь 17-го, 11-е, считайте, подходят в то же время на замену, а телефон, ну, даже если взять ноябрь 19-го года, то, получается, да, это минус, как бы, то есть батарейка на новом устройстве стала на год меньше служить, получается так, ну да, вот так, вот как-то так. Так, да, все окей, продолжаем. Да, и тут коллеги уже на самом деле помогли вот это все дело сделать. Так, здесь одно важное дело нужно засветить обязательно, сказали. Так, тут уже сделано, это, опять же, приобретение у нас в магазинчике, и это у нас... Да, и это у нас приобретение из Оренбурга, телефончик 11, ну и да, вот что далеко ходить, тут все одно к одному складывается, и вот смотрите, его родная батарейка, которую заменили сейчас на новую, и здесь по дате производства март 2020 года. Вот получается, вот ему пришло время, он отслужил, сколько у нас, 1.5 года, этот отслужил, ну вот столько, короче. То есть, насколько этот весь срок службы сокращается, то есть они в одно время пришли, а этот телефон новее. Но это в принципе реальность, с которой нам как бы сейчас приходится сталкиваться, на современных элементах питания по-другому пока никак. Можно, конечно, еще взять очень мощную зарядку и вскипятить батарею вообще-то нельзя, и это будет еще меньше служить. Так, да, и здесь просили очень, почему вот это вот заострил внимание, здесь еще просили передать большой привет и поздравить с днем рождения. Тут, видимо, приобретение для супруги как раз к празднику, ко дню рождения. Да, вам большой привет, передаем, все готово, вам отправляем, конечно же, подарочек сделаем, красивый, сейчас прям пойду поищу. Так, ну ничего не знаю, подарок это и есть подарок, вот такой желтый чехол обязательно приложим, мне очень нравится, как будет выглядеть вот так, красное окошечко желтым вот таким чехлом, это супер красиво. Так, и стекло еще наклеим, тоже обязательно. Так, это все, пакуем, отправляем, в Оренбург отправляем, да-да-да. Так, это сказал, этим привет передал, так, продолжаем. Да, кстати, ребята, тема по цветам такая тема. Кстати, вот тоже у нас вот эта позиция, она пока еще не продана, в наш магазинчик будет выставлена, это 12 Pro. На что-то там, на 256 гигабайт. Хороший телефон, кстати, вообще в идеале. Тут люди обновились просто на 13-ку, нам его отдали. И вы знали такую тему? Вот смотрите, чехлы с MagSafe. Вот так вот, чик. Хоп, видите, детект чехла. Я боюсь показаться невеждой, но я первый раз такое вижу. Синий. А, вы видели? Зеленый, мятный. Чудо, это вообще, это магия. Ну, по-нормальному-то имеется в виду, что ты такой раз, да, вставляешь телефончик в чехол. Я как бы просто так прикладываю уже. И у тебя... Еще звук такой происходит, что он типа на месте. Так, а вот сейчас цвет не показал. Так, что-то мэджик не случился. Так, еще раз. Да, вот так вот. Ну, типа вот так вот. Довольно круто и прикольно. Так, продолжаем. Так, и мы продолжаем отметать очередное приобретение. У нас в магазинчике. Это телефончик. XS, 10S, как все поправят меня, 10S, да, 10S, и приобретение у нас из города Богородск. Так, стандарт, да, в принципе, стандарт, меняем батарейку, отправляем. Да, получается такая тема интересная, что вот большинство людей все-таки перед тем, как обновиться, да, ну не меняют батарейку, это в принципе логично, то есть там, ну кто-то есть такой заморачивается, то есть мы даже от этого, как бы, допустим, есть вопрос, там, ребята, сколько стоит там заменить батарейку, я хочу продать свой телефон там, ну и чтобы там с новой батареечкой продать. Ну как бы подразумевая, что он лучше продастся, потому что, видимо, многие смотрят, о, батарейка изношена, для кого-то, да, это является проблемой, то есть вы смотрите, вам одно дело купить телефон, второе для вас будет уже замена батарейки где-то. Если смотрите в предложении, вроде бы хороший телефон, но батарейка какая-то изношена, для вас как бы это, ну, становится проблемой. У нас, да, соответственно, это батарейка изношена, мы, соответственно, меняем, там плюс у нас идет со скидочкой, это, ну, как бы за такой бонус за приобретение. Батареечку устанавливаем и отправляем. И да, кого-то там, допустим, наоборот, кто-то такой вопрос задает, что, ну, ориентируем правильно, что там сделайте дисконт, и, соответственно, у вас более ликвиднее будет вообще сам товар, сам телефончик, и там уже новый владелец сам себе выберет, поставит. Ну, такой момент, да, как бы. Чем у нас, с одной стороны, удобно, то, что можно сразу же отслужить и уже там пользоваться, не знать вообще вопросов. Так, ну и тут чувствуется, да, не вскрывашка конкретная, XXS уже так приклеены довольно хорошо. И вот это все. Ну вот это все ничто по сравнению с тем, что когда придет время открывать 12-й телефон, вот так вот в массовом порядке, вот там они приклеены конкретно. 12-й, 13-й, думаю, что на одном уровне, но там уже совсем другая тема. Да, очередная неваляшка, все отлично, все в идеале. Меняем батарейку и отправляем.
Так, да, друзья, закрутилось вообще все по-страшному. Еще надо посылки делать. Ну и да, вот не знаю, там из таких из критично обозначенных моментов. Вот это у нас приобретение из столицы, Москва. Это отличный, великолепный iPhone SE в розовом цвете. Вот такой вот еще чехольчик подобрали красивый, подарок. Нетипичный, кстати, чехол, но довольно прикольный. Тут несколько там подобрали. Там для девушки Насти просили также передать привет. Большой привет, столица. Да, вам большое спасибо. Отправляем, пакуем. Там вот это все, вот это все. Тут вот такие всякие фиолетовые вариации. Я думаю, очень понравится. Ну, дело вкуса, конечно. Так, все, Насте привет. Там папе тоже не первый раз у нас уже приобретают. Все, отправляем и продолжаем, ребята. Там немножко парочку посылок надо сделать. Там тоже, в принципе, обслуживание. Да, я не знаю. По нашим вообще текущим моментам. Да, у нас розыгрыш iPad. Вот на таймере остался один день. И, соответственно, после вот этого истечения срока, ближайшие выходные, мы встречаемся на стриме и разыгрываем этот iPad. Ссылочка, опять же, в описании, где там что нужно сделать, чтобы поучаствовать. Все написано, все рассказано, неоднократно. Все это будем делать. Так, да, я не знаю локально, что вот это могу сказать. Ну, немножко, да, мы обсудили в начале там всякие темы, такие темы. Тут по ходу дела немножко, я думаю, что интересно. Да, итог вот этой всей вещи, то, что мы, вот как мы проверяли в начале, вот эти все телефон в оригинале, но если там есть какие-то моменты, да, гарантия на то она есть. Все, я думаю, что пока. Что, на этом все. Всем привет. И всего. Брянск, Красноярск, Оренбург, МСК, Серов, Хабаровск, Жуковский, Богородск, Раменская, Джанкой, Пермь, Керчь, Бобруйск, Лоба, Пермь, Питер, Владимир, Новокузнец, что-то там Платошино, что-то там Красноярск, что-то там Советский, о, еще СДЭК, Уральск, о, это Казахстан. Так, все, теперь точно все.